Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 11 на странице 8 рабочей тетради для русского языка для 3 класса автора Канакиной. Прочитайте. Или было 9 лет. На нем гимнастический картуз, шелковая коричневая косоворотка, козловые сапожки с афьяновым ободком на голенищах. Он сидит сзади отца на беговых дрожках. Дрожки шибко катятся большой дорогой, а вокруг поле, летнее жаркое утро. Бунин. Какие слова вам не знакомы? Подчеркните эти слова, какие из них являются именами существительными. Узнайте значение этих слов взрослых или в толковом словаре. Картуз. Это имя существительное и это головной убор. Косоворотка. Тоже имя существительное, обозначает название рубашки. Козловые сапожки. Кожаные сапожки. Сафьяновым ободком. Сафьян – это такой драгоценный камень. На голенище. Голенище – это верх сапог. Дрожках. Это такой транспорт, который впрягается в лошадь. Имя существительное. Это все имена существительные, кроме слова козловой, которые являются и сафьяном, которые являются именами прилагательными. Шибко, быстро. Это наречие. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.